На сына моего напасть хотели, уроды. Все кончено. Давай уйдем. Тогда соберись, надо искать выход. Это цель. На всякий случай. Давай я тебя подсажу. Не, не хочешь, не можешь. Надо сюда. Вот. Опусти цепь. Ладно. Давай, Кратос, ты же так высоко мог прыгать. Так будешь стоять? Атрей, цепь. Да, цепь, точно. Что-то он потерялся от этого убийства. Ты ушел в свои мысли. Не думай, он бы тебя убил. Я знаю, так было нужно, я знаю, просто... Тогда идем домой. Что? Так быстро сдаться, едва начав путь. Стой, нет, я не сдался, я справлюсь. Я просто... мне надо, ну, отдышаться. Поднимайся, я готов. Да, Кратос, время не щадит никого. Туда мы и пройдем. Это читерство. Слушай меня. Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу. Впереди у нас долгий и трудный путь. Мальчишке на нем нет места. Ты должен стать воином. Я понял. Слушай! Я тебя так отбираю, стрелой помчишься. Так это глаза Одина. Старик наблюдает за нами. Что это там? Так, а что там лут? Торговец. Ленивая тварь никак не хочет идти через мост. Ее напугало что-то там, за деревьями. И что там? Отец, брось топор вон в те деревья за мостом. С белыми стволами. Хоть раз поверь мне, пожалуйста. Ты был прав. Эй! А пацан-то глазастый, я смотрю. Ты ж пацан, да? О! Как ее имя? Да не знаю. Мое имя эта скотина не спрашивала, а ты ее не спросил. А твое? Рок. Вера Логан. Ха! Слушай, ты мне, конечно, не поверишь, но это твой топор.
Его я лично сделал. Вместе с братом. Это один из лучших. Смотри, никому не давай его чинить, кроме нас двоих. Дай! С ним надо умеючи. А то ведь так напортить можно. Слышь, мужик, а хочешь, я его тебе прямо сейчас подточу, а? Ну, что скажешь? Я! Ты прав. Я тебе не верю. Идем, сын. Внизу рукояти есть руна по форме, как вилы. Тигр, тикет, тумбар, бакру. Это было наше клеймо, пока мы с братом не разбежались. Вот у меня его половина, видишь? Ну чё, мне с ним поработать или как? Хорошо. Но смотри, чтоб улучшил. Ещё. А где вторая половина клейма? У моего тупорылого брата. Зато весь талант у меня. Гляньте. Я готов к работе. Добро пожаловать в лавку гномов. Здесь вы можете улучшать свое снаряжение, а также создавать новые предметы. Чтобы вызвать меню улучшения, нажмите... Нажали. Брок дал вам замерзшее пламя. Это очень редкий ресурс. Различные ресурсы, найденные во время путешествия, можно использовать для создания и улучшения предметов. Выберите левиафан, нажав крестик. Снаряжение влияет на характеристики и степень опасности Кратоса. Улучшив топор, вы увеличите его влияние на силу своего героя. Получите возможность побеждать более опасных врагов. Здесь показаны характеристики и степень опасности Кратоса. Чтобы увидеть описание характеристик, нажмите, нажали. Чтобы увеличить урон от рунических атак, повышайте силу рун. Улучшение оружия, чтобы ускорить восстановление рунических атак, повышайте бесконечность восстановления. Да, ну хорошо. Каждая характеристика по-своему влияет на игровой процесс. Чтобы скрыть описание, еще раз нажмите L3. Я, наверное, подтупливаю и зеваю, потому что очень мало спал сегодня. Характеристики, повышающиеся при улучшении предмета, указываются на его карточке, а также в таблице характеристик Кратоса. Улучшение оружия приводит к постоянному повышению характеристик. Другие предметы повышают характеристики только тогда, когда Кратос использует их. Замерзшее пламя. Улучшить. Так, ресурсы, требуемые для улучшения предмета, указываются в нижней части карточки. Удерживайте квадрат. Наконец-то дали сделать действие. Левиафан. Успешное улучшение. На закладке навыки доступны новые способности. Так, улучшение оружия дает вам возможность приобрести новые навыки. Чтобы сделать это, перейдите на вкладку навыки в меню паузы. Нажмите кружок. Сила 12, защита. Что же, силу или защиту? Да, конечно, силу. Я Кратос. Материал весьма прочный. С моим напором денек продержится. Нет, не будем уже создавать. А вот что я хочу, так хочу левиафан улучшить, но дальше нельзя. Коготь, какой коготь? Для мальца. Нет, нет, малец. Сначала батя. Нет, ну обаяние, конечно, тоже защита, но зачем испытывать судьбу? Сначала батя. Еще всего, пацан. Мягко. Ну, на пацана уже не осталось. Ладно, ничего страшного. Купить нечего, продать. Потерянные игрушки. Потерянные игрушки можно продать в лавке за руны. Больше они ни на что не годятся. Все. Ну я же всегда рад помочь. Да, сама мать Тереза. Продано. Потерянные предметы. Неизвестно. Смотри, не спухни. Наш приятель снова прячется за деревьями. Давай, бросай свой топор. Для меня найдется место.
Только не сломай мне там ничего. Видал? Видал, как я бью? Приемлемо. Приемлемо. Знаешь, что приемлемо? Моя стойка. Я перевожу спутил. Ага, я тебя постреляю. Да уж, умеет твой папаша рубиться. И не бойся, просто... Не уверен. Эта дорога ведет к горе. И верно в ту сторону, ага. Ну что, глянешь на мои товары? Что-нибудь новенькое появилось? Ну-ка, давай с ним просто говорим. Что еще надо? Почему у тебя половина клейма? Потому что я со своим никчемным братцем больше не работаю, ясно? Уступать ему клеймо я был не готов, он мне тоже. Вот и пришлось нам распилить клеймо ровно посередке. Это было последнее. Сюда. Иду. Я даже не заметил. Лики магии. Что это такое? Мы нашли эту зловещую маску в опасном месте на переправе. Надо поискать похожие, вдруг кому-то захочется их купить за рубленное серебро. Ага. Денежки. Денежки — это хорошо. А это что? Почему этот камень в крови? Он какой-то жертвенный. Так, я очень хочу попасть туда. Но я не понимаю, как. Надоели каркать. Мы вылезли отсюда. Так? Или нет? Ты бросил меня в бою. Да. Люди — это одно. Со всеми прочими ты сражаешься, пока я не остановлю или мы не погибнем. Ясно? Выполняй обязанности, ага. Или повернем назад. Все, я понял. Хорошо. Не сюда, значит. Значит, надо вниз идти. Я вообще очень люблю залипать вот так вот в РПГ. В поисках вещей. Ничего. Знакомое место. Вот это находка. А вот и вторая маска. Новое описание есть? Нет. Кратос, ну пожалуйста, подними. Там же наверняка что-то есть. Что ты за человек, а? Лентяй. Ладно. Так, а тут тупик, да? Не, обратно вниз, тупо. Я умолец, как у тебя батька сильный. Одними руками по канату, так еще и с тобой на горбу. А, можно скинуть ему маски. Ну, к делу.
одной проблемой меньше. У меня 9200 монет. Я... Ну да. Еще чего надыбайте, так, приходите. Пока ресурсов нету, но нет смысла что-то делать. Рад встрече, Брок. Придумаю имя своей смеги. Сраная благодарность. Эй, сраная благодарность. А ну иди сюда. А хорошо. Сраная благодарность. Почему тут столько жмуриков? Кажется, здесь можно пройти. Не нравится мне эта стена. Где пройти? Сюда. Хотя главное, чтобы она резко не закрылась. Ага. Но ведь это же, ну, эти ловушки что-то привело в действие. Выглядит заманчиво. Ну, зашибись. Придется еще и вручную с ними бороться. Главное, ненароком не нажать треугольник. Фига, я горю. Блин, нажал все-таки на треугольник, уже заново. Ладно, сейчас заново крутанем. Замри. Еще. И здоровье есть. Ага, ага, надо, короче, на скорость, да? Никакого сундучка нету. Да вроде нет. И дороги туда, да, нету. Я уж думал, не выберемся. Я не дам нам погибнуть. О, опять ЦРН.
Как туда попасть? О, вот вторая. И последняя там. Да ладно, ради этого круг придется сделать. Нет, постой. Давай еще выше. Вот так вот. Я мамный инженер. Быстрее. Меда крови. Легендарный предмет. Вы нашли один из трех рогов меда крови, необходимых для увеличения максимальной ярости. Ага. Хотя я рассчитывал на яблоко, на самом деле. Сюда. Еще одна маска. Мистер! А ты куда целился, малой? Близко к горе. Огромная. Жаль, мама не увидит. Идем, сын. Сколько тут людей полегло, заморозилось. Интересно, так вот с первого раза найдем все эти маски? Было бы неплохо. Они денег стоят нормально. Эй, смотри! Что это? Мальчик. Смотри, тут начертаны руны. Ты не торопись, не торопись. Пока никаких поспешных действий. Пока я не обыщусь. Ну. Прочитать тебе руны. Да, давай. Что сказано? Вдвоем, втроем ли мы станем одним, но одному не быть таким. Загадка. Может, где-то тут есть подсказка? Да, откроем. Кольца вращаются. Спускайся. А, все, я понял. Папка что собирает? Я вижу руны. Мальчик, и что нам говорят руны? А, тут сказано семья. Это не подсказка, а ответ. Из одного не выйдет, смотри. Да? Напиши эти руны ножом на песке. Чего? Инслов! Что-то есть!
Катя рядом. Хорошо, что встретили Брока. Но еще лучше, что уже уходим. Это уже позади. Так, он пошел налево, значит, нам направо. Нет! Пятое. Вообще игра довольно прямолинейная. Я думал, тут есть открытый мир, но походу нет. Что это там наверху? Сейчас чуть-чуть не долетело. Минус один, еще один глаз Одина. Повыкалываем ему. Сын, чьи следы? Копыта. Может, кабан? Не знаю, но я найду. Иди. Давай. Воину важно не терять свои навыки. Давай, нюхай, сын, нюхай. Ищи. Мы ж себя убили. Вперёд! Бреннан. У-у-у. Мы муженька твоего убили. Ты меня заколебал. О. Сейчас мы эту бабу отделаем. Бред, но я думаю, это женщина, да? Это троллиха. Лава? Плохо, да, плохо. Езди под хильц. Плохая идея. Нет, не бросай меня здесь! Да не, сейчас. Была плохая идея прятаться. Давай, да. Ты говно огненное. Будет не упустить эту тему. Так, он двоих, сейчас.
хочу на кружочек и кувырнуться. Блин. Ядрен батон. Все, хилимся. Да ё-моё. Нормально, нормально. Ах ты, сука! Блин, очень больно огнём бьёт. Беги, беги. Не, не хилка. Все, что не хилка, то на потом. Есть. Как вы меня задолбали. Отступаем. Воу-воу-воу-воу-воу. Отвлеки его, сынок. Папе нужна хилочка. Готов? Бренна, если ты, конечно, женщина, или ты его брат, или ты его страшная бородатая женщина. Все убиты. Сложность, не знаю, номинальная, которая, ну, и которую игра предложила, на то и играю.